Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Забираем свои ежедневные награды. Лига Мастеров 2 звезды. Очень даже прикольненько. Так, здесь забираем награду. Так, сразиться в боях. Кстати, нам нужно сегодня пройти смятение из другого измерения, обязательно. Так, здесь мы открываем с тобой колоду. И, кстати, друзья мои, сегодня мы должны прокачать Рафаэля до 100 уровня. Кровь из носа. Либо сегодня, либо вообще уже никогда. Ну, конечно же, сегодня. Конечно же. Так, и что нам дальше сделать надо? Мы прокачали, по-моему, Шредера, да? Там остается там 70 уровень ему набить. А после Шредера мы кого там собирались-то, кстати? Сплинтера кто-то кричал, да? По-моему, ребят, вы кричали: Сплинтера, давай Сплинтера. Ладно, будем Сплинтера качать, так уж и быть, уговорили вы меня. Ну что, начнем, наверное, с обычного удара, да? Точечный удар. И нам нужно с тобой найти 8 пультов. Поехали, 8 пультов. Один уже есть. Второй. Слушай, неплохо пульты идут. Третий. Четвертый, слушай, ну вообще замечательно. Пятый, остаются 3 пульта и все окей. Нормуль. Так, еще последний, все. Последний пульт. И как всегда тут фигушки на манипульт. Пошел один мутаген. Вот мутаген, ребята, кончился под... Ох, ё-моё, мы можем с тобой все практически, кроме удар Ядзюцу. Нифига себе название, Ядзюцу. Отлично звучит. Слушай, сколько стоит? 400 мутагенов всего лишь. Да, я, пожалуй, прокачаю его, ребят. Дальше что у нас тут идет? Мы еще не выполнили там с тобой задание, случайно? Выполнили, ладно. В следующей серии прокачаем. Так, пройти серию испытаний и поднять уровень персонажа. Давай вначале мы с тобой глянем кое-что. Турнирная арена. Я в данный момент нахожусь в Лиге Мастеров 62 ранг. Давай-ка мы, наверное, с тобой бустанем чуть-чуть. Чуть-чуть буквально. И пойдем на испытание. Сегодня Армагеддон. Попробуем побить немножко Армагошу. И сходим с тобой на негодники. На негодники мы сходим прямо сейчас. Уж не терпится мне глянуть. Ух ты, друзья мои, слушай, ну тут... Слушай, тут есть смысл повоевать, но только, наверное, без Тимати, да? А вдвоем мы справимся. Усаги и Железноголовый. Вот так, скорее всего, я возьму, ребята. Я не знаю, сколько здесь. По идее, 3 волны должно быть, да. Это стандарт. Так, Змей Ковьюн, Паукус и Нейтрализатор. Очень интересно. Так, мне кажется, тут... О, Змей Ковьюн, конечно, надо его, ребята, чикать. 90 уровень. Упс. Слушай, ать, нифига. Вот они жарят-то. Так, Железноголовый, тут без тебя, ну, просто никак, мне кажется, не обойтись. Давай возьмем, наверное, с тобой провокацию. И будем их потихоньку здесь истреблять. Что это за дела такие, а? Ну-ка, давай, Тимати. Ну, пробей, есть, молодец, красавчик. Блокирнешь? Так, не заблокировал, но понизил, по крайней мере, атаку. Не забывай, что нейтрализатор имеет массовую атаку, ребят, надо его блокировать. Иначе он может ракеточки-то свои применить. Да, тут нам с тобой особо не дадут, конечно, разгуляться. Да что ты, Сплинтер, ну, господи, ну... Давай, Усаги, отлично. Так, мы переходим только лишь на вторую волну. Ой, Зек Хан, ё, вы серьезно? Вот это вы дали. Вот это вы, ребята, дали тут нам. Давай, Тимати, я в тебя верю. Молодец, красавчик, Зек. Зек, ребят, нужно, я не знаю. Или Ваньку, или Зек. Они тут все мощные, понимаешь, все. Красавец. Так. Что, этот имеет массу? Давай, наверное, попробуем так вот. Есть. Крысиный король. Нет, 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 нет. Твою налево, крыс выпустил. Он выпустил крыс. Так, и мы с тобой переходим на последнюю волну. Офигеть. Все имеют массовые атаки. Все абсолютно. Как тут с ними, извини меня, драться? Опа, Усаги, а ты в курсе, что ты просто красавчик, а? Усаги, ты в курсе, нет? Ты посмотри, что ты сделал. Ты всем нанес колоссальный урон. Плюс... Все сидят под постепенным уроном. То есть мы прошли с тобой этих негодников. Первый только, ребята, эпизод.
Я боюсь даже представить, что там будет на втором эпизоде. Ну, можно, конечно, просто взглянуть. Но снаряжение все-таки мы с тобой получили. И мы можем с тобой здесь фармить. А вот здесь что тут будет? Вау-вау-вау. Там хотя бы были 70-е уровни. Здесь все 80-е. Не, ребята, это рискованно. Эпизод 2, мне кажется, это не для меня еще. Не для моих бойцов. А вот космические страны... Нет, не странности, а вот Армагеддон. Вот здесь вот можно. Но опять же, ребята, я вот не знаю, стоит ли мне вот этим делом заниматься. Или же мне просто выгоднее, ребята, потратить весь наш сыр на черепашек из космоса. Короче, давайте так сделаем. Сейчас я потрачу весь сыр на наших вот этих черепашек. Ну, по крайней мере, на попытке найти их, да? А вы мне напишите в следующей серии, надо ли проходить испытание на Армагона или же не надо. Если вы скажете, что надо, мы его с вами пройдем. Если же нет, будем дальше вот так вот пытаться искать. О, видишь, Донателло Космос выпал уже. Хорошо, так, у нас еще есть с тобой попытки. Так, маяк этот нам выпал. Здесь 40 жетонов, опять же. Все, сыр закончился. Причем очень быстро он заканчивается. 680 жетонов. Нам не хватает совсем чуть-чуть с тобой, да? Для магазина. В магазине, насколько мы помним, нужно 710. Да, 710. Ну, я не буду расстраиваться, друзья мои, нисколечко. Потому что сегодня у нас так, испытание. Ну, мы с тобой пока сегодня негодники, да? Прошли один уровень. Армагеддон у нас с тобой под вопросом, под большим. Жду ваши комментарии под видосиком, ребята. А сейчас мы с тобой идем проходить смятение из другого измерения. Да, ребята. Именно его сегодня нужно нам пройти. Так, здесь у нас все пройдено. Вот он, Шредерюга. Шредерюга ждет нас тут, понимаешь ли. Блин, Бакстер Стокман, конечно, немножко... Ну, как сказать, немножко, он... Очень хорошо покоцанный, поэтому трогать я его не буду. Попробуем без него здесь справиться. Да и справимся, если честно. Так, поехали. Начнем, наверное, с этого, да? Со Стразуба. Тыдич, давай. Ага, хочу, хотел сказать, давай второй удар. А у него нету второго удара. Он не сделал такую милость. Не пробафал. Так, Рафаэль, естественно, дает сдачи. Так, упал. Добьем. А хотя двойная атака, да, ребята, смогли. Здесь тоже нам этого хлыща нужно добить. Так, и переходим на вторую волну. А на второй волне у нас кто? Естественно, Шредер, классика. Ну давай, выходи, партизан. На шестом канале там, видите ли, засиделся парнишка. Ну, тут все будет довольно легко и просто, я думаю. У нас с тобой две атаки двойные. Причем у каждого, кроме Майки, да? Да, хоть ты тут забафайся. Это тебе не поможет, парень. Это тебе не поможет. Давай, Усаги. Раз и добивочный. Все. Все. Хватит плакать, Шредерюга. А мы с тобой двигаемся дальше. Мы переходим, короче, на основной круг, который должны будем пройти. И в конце победить Кренга. Я думаю, нам это пару пустяков. Кстати, что у нас тут? Ага. Секунду, мы же с тобой хотели... У нас хватит мутагена? Не шиша, да? Там нужно 31 тысяча. 31 тысяча. Давай тогда быстренько пробежимся по лиге. Что-то сегодня как-то у меня все не в попад. То там, то сям. Да, обычно мы с тобой, если что-то проходим, то всегда начинаем с лиги. Сегодня я что-то совсем расклеился и пошел делать левые задания. Ладно, ребята. Надеюсь, вы все прекрасно понимаете, да? Хоть немножко как бы разнообразим свой метод подхода к игре. Лигу начали чуть ли не в конце проходить. Вот, вот это сейчас что я делаю, ребят? Вот это что за тупизм я сейчас сделал? Я совсем забыл, что я их должен атаковать. Сейчас кто-то упадет. Сейчас кто-то упадет у нас. Хотя нет, ребят, никто не упадет, и это нам повезло. Какого лешего я стал Усаги делать обычную атаку вместо массовой? Вот скажи-ка мне на милость, а? Что со мной не так? Видимо, ребят, не выспался. А может быть, наоборот, переспал. Что совсем потерял, как говорится, последовательность. Ладно, ребят. В Лигу Мастеров 2 звезды, я думаю, влетим очень быстренько.
Да, скорее всего, и до 3 звезд, наверное, мы сегодня дойдем с тобой. Так, что у нас тут? Вани. Ну, давай возьмем Вани этого. Будем играть, опять же, Лео Усаги и отыгрывать вот этих вот. Хотя, наверное, лучше взять нам полтинничков, да? Пока еще противник не такой силен, надо играть полтинниками. Этих-то мы всегда с тобой успеем взять, верно? А вот полтишки потом уже будут совсем не актуальны. Да. Будем именно так делать. Да что ты, я уже думал, не туда нажал. Все нормально, ребят. Я думал, я нажал на проникающий. Но нет, вертушка все-таки пошла. А так бы сейчас начались бы падения. Ну что, давай мне 35 место. 34, окей. Так, здесь у нас Чук. А где же Гек? Чук и Гек. И как я тебе говорил, будем брать вот этих вот охламончиков. Блин, вот меня убивает, ребята, Кирби вместе с этим, с Бакстером Мухой. Слов у меня на них нет никаких. Ватные, ненадежные персонажи, конечно, ненадежные. Ты дичь. Так, постепенно абсолютно на всех, ребята, Леонардо просто надо будет отмыть свои клинки. И он это делает с удовольствием. Ну, а мы дальше с тобой двигаемся. И по аренке, наверное, поднимемся, да? Хотя нет, 35 место, 34. Еще, наверное, бойчик. Ну, может быть, другой. Сделать, и все будет хорошо. Нет, 20 ранг. Что-то не то, друзья мои. 20 ранг всего лишь. Ладно. Откатов у нас, слава богу, с тобой хватает. И персонажей пока тоже хватает. Но здесь 72 уровень. Здесь, кстати, уже опасно. Надо будет брать третьего персонажа на добивку. Потому что уже не будем справляться. Усаги не сделает столько урона. Не нанесет. Даже через постепенку. Видишь, например, Донни. Донни может выжить. Сейчас проверим. Нет, тут нам повезло. Но все равно надо перестраховываться. Потому что Рафаэль, Лео, да? Они не смогут там справиться. Если мы где-нибудь с тобой оплошаем. Стоит только Усаги не повесить постепенный урон, и все. Начнут у нас тут падать штабелями. Так, ладно, возьмем с тобой, наверное, Саму. Нет, лучше я возьму Ивде. Какой-то набор слов. Ивде. И возьму, наверное, Криса Брэдфорда. Это подстраховка, ребята, элементарная. 71-72 уровень противников. Сам понимаешь, да? Я, конечно, не спорю, не 78-79, но все равно надо взять. Так, давай-ка на глушняк их. Усаги, покажи свою прыть. Ну что, ну вот что я тебе говорю, видишь, бывают промашки. Например, Рокследи получил минимальный урон. Слава богу, Леонардо, конечно же, исправил эту ошибку и положил его на бок. А если бы, например, не добил бы? Хотя постепенный урон, ну, сам понимаешь, 25% где-то от общего ХП отнимает именно постепенный урон. Так что делай выводы. 98 ранг у нас. То есть, грубо говоря, 9 боев нам нужно сделать, чтобы перейти в Лигу Мастеров 3 звезды. И нам нужно это сделать, потому что неделька, друзья мои, заканчивается. А у нас, как говорится, еще кот не валялся. Нам нужно... Вот когда будем с тобой сидеть в топчике, да? На первом месте. Тогда будем тут на расслабочке. А сейчас нет уж, извини. Сейчас нужно выкладываться на все 100%. А потом уже можно будет попробовать и на негодники сходить, да, как говорится, уже поюзать. Сможем мы там пройти, не сможем. Может быть, и пройдем. Но не без потерь. Но нам-то нужны награды, так что... Рискнем. Все будем делать. Вот насчет только испытания на Армагеддона. Не знаю, ребята, испытание на Армагеддон, то есть где у нас будет разыгрываться Армагуша, вы пишите обязательно в комментариях, надо ли пройти его или нет. Если чисто для галочки, то пройдем. Так, 86 место. И у нас... Нет, Михаила я брать не хочу. Возьму, наверное, вот Сицилию. Сицилия, ну, неплохо. Интересно, есть такое имя Сицилия? По-моему, есть. Где-то слышал. В каком-то итальянском фильме. Так, ну что же. Майки здесь. Ну, Майки, мы знаем, он слабый. Он боится постепенного урона, поэтому он тут, наверное, захлебнется в собственной крови. Что-то я как-то жестко очень говорю. Он так и сделал, ребят, захлебнулся. И, естественно, сейчас Леонардо добьет всех. Окей.
Все, шикарненько. Двигаемся дальше. Очень быстро идем пока. Очень быстро, но это на поры до времени. И самое удивительное, что откатов много. Когда я их так успел накопить? Ну правильно, каждый день по 10 откатов, если брать, то почему бы и нет. Так, Аленушка, Сама и Габриэль. Аленушка, Сама. Ну давай я возьму, наверное, Аленушку. Возьму Аленушку. Подстраховочным у меня будет здесь Карайка. Раз, два, отлично. Слушай, по-моему, уже можно отказываться от слабых персонажей, да? 50-х уровней и уже, как говорится, вдаривать по полной программе. Мы должны с тобой, в принципе, справиться. Так. Ну, постепенно всех. Давай, Лео, добивай их. Давай их добивай, отлично. Ну, все, отлично, мы справляемся. И мы отправляемся дальше. Я уже просто хочу покончить с ареной и пойти на смятение из другого измерения проходить. И в то же время мне нужно сегодня добраться до 3 звезд. Это для меня тоже как бы немаловажно. Ну что, возьму, наверное, сквада. Тут маленький уровень у бойцов, у врагов точнее. Как раз для меня, да? Окей, вот так вот мы с тобой сделаем. Такой пачкой пойдем. Так, погнали. Кручу-верчу, да, наказать хочу. И наказываем, но не всех. Тихо, Сплинтер, успокойся. Так, Рокул, интересно, упадет или нет? Упал. А я думал, что вдруг он все-таки, ребята, выживет. На микрончике там, скажем, да? Но нет, он тоже упал, распластался. И мы с тобой двигаемся дальше. 50-й, дайте мне, пожалуйста, уровень. 51. 48 откатов. Да нам это за глаза, ребят, нам это за глаза. Так, Джефферсон, да? Ну давай возьмем Джефферсона. Донни, пускай будет здесь Донни. И раз, два. Слушай, они как? Никак нам, ребят, пока не выкрутятся без вот этих вот слабеньких персонажей. Не хватает нам добора. А тратить лишние, как говорится, откаты на возврат имбовых бойцов, я думаю, что этого не стоит делать. Так, тихо, тихо, подожди-ка, подожди-ка, что-то здесь не то. Бибоп меня немножко напрягает. Нет, он упал. Он упал, поэтому расслабляемся и двигаемся с тобой дальше. Смятение, сколько там у нас? 15 боев, да, надо будет в смятении сделать, чтобы пройти его полностью. Полностью этот круг замкнуть. 39 место. 39 место. Ну, что здесь брать-то, я даже не знаю. Давай, наверное, Джейка возьмем. Что-то вокруг да около точимся с тобой, да? Так, давай Тимати. Вот так вот. И кого-нибудь послабее. Майки. Майки ролевой. Я не знаю, с чего он вдруг решил поиграть в Робин Гуда. Ребят, вы видели мультик? Смотрели? Что это вдруг на него... снизошло. Не, я знаю, что Майки у нас такой придурковатый немножко чувачок, да? Он все время куда-то лезет, все время издевается над Рафаэлем. Рафаэль постоянно его мучает. Он такой, но он самый младший, понимаете? Ему можно дурковать, ему можно шутить, прикалываться. И как бы, но почему Рафаэль, да? Как бы самый злой из братьев. Донни как бы самый умный, Леонардо самый справедливый. А вот Рафаэль все время вечно злой, все время лезет в драки, какой-то шебушный парень. На нерваке вечно. Так, ну что, Иван здесь у нас с тобой. Возьмем Ваньку. У нас потихоньку уже заканчиваются бойцы. Как говорится, мы уже с тобой на микронах здесь вылазим. Сейчас полтинники подойдут к концу. И там уже, наверное, будет, скорее всего, страдать инициатива. Хотя кто-то мне говорил, что... Рэй, инициатива от уровня бойца не зависит. Ну, то есть, если в твоей команде, например, находятся слабые, да, бойцы, все равно твои бойцы как были первым, так и не будут. Не могу не согласиться, потому что были у меня такие результативные бои, где я брал к двум мощным бойцам 3 слабых. И там, где они должны были... В принципе, по инициативе выигрывать, они проигрывали. То есть нас противник опережал. Хотя не должен был. Так что тут как бы спорная ерундистика. Может быть, это так просто случайно выходило. И я вот так вот думал.
Так, ну что, давай берем с тобой Лео. Это Бакстера берем. Тут, кстати, 78 уровень. Это практически предел. Это максимальный уровень на арене. И, кстати, Бакстер Стокман у нас, друзья мои, делает ход самым последним. Нафиг я его взял? О, сейчас, по-моему, пойдет слив. Сейчас пойдет у нас с тобой слив. Сейчас посмотрим, как, конечно, Усаги сделает. Слушай, ну он красавчик, конечно. Но я что-то все равно сомневаюсь, что либо Бибоп, либо Рокс не выживет, да? Бибоп, но постепенно урон все-таки его доколупал. Повезло, просто нам повезло с тобой. Так, ну что, переходим или нет? А-а, не переходим еще. Заключительный тогда делаем с тобой бой. Так, возьмем кого-нибудь послабее. Давай вот этих, наверное, Валида. Раз, два, тут у нас Майки. И Зэк еще, отлично. Отлично, ребята. Это то, что нужно для того, чтобы перейти просто-напросто в трехзвездочный ранг, да? Лига мастеров 3 звезды. Так, никакого уклонения здесь мы делать не будем. Оно не нужно. Поехали. Сейчас посмотрим, сколько мы с тобой, кстати, мутагена набили. И будем прокачивать Рафаэля уже до 100 уровня. Слушай, ну тут все, тут шансов нет. У врага. Тут еще и замедлялка сработала. И добивает всех Леонардо. Шух. Найс. Так, будьте добры, покажите мне, пожалуйста, нашу статистику. Именно по мутагену я хочу посмотреть. И куда мы с тобой переместимся. 90 место, окей. Вполне, ребята, меня это устраивает. Лига мастеров 3 звезды, 90 место. 2 дня еще впереди, как говорится. Успеем наверстать упущенное. Так, ну а теперь самое интересное. Да, у нас хватает, ребята, 44 тысячи мутагена. Ой, что я делаю-то? Давай, давай. Все, Рафаэль. Я поздравляю и его, и нас, ребята, с тем, что у нас максимальный уровень у Рафаэля. Теперь можно прокачивать кого-то другого. Эх, кого только вот. Может быть, Майки? Или Бакстера? Давай Бакстера будем с тобой начинать прокачивать. М? Или вы все будете настаивать на Усаги? Пишите в комментариях. От вашего голоса много чего зависит, друзья мои. Так, ну что, мы идем с тобой куда? В приключения, конечно же. Смятение из другого измерения. Поехали, понеслась, как говорится. Раз, два, три, четыре, пять. Будем, как говорится, проходить и забирать наш драгоценный реворд. Так, ну что, Змейка Вьюн здесь, да, у нас? Змейка Вьюн, естественно, в расход. Даже думать нечего. Вот. Эти недолюди, недокиборги какие-то. Маски сброшены. Лица оголены. Так, давай его. Ну, шатаем. Не хватает ему. Хоть у него и 2 атаки, но не хватает мощей пробить. Ладно, смотрим, что у нас тут. Опа. Че, масуху, наверное, зарядим, да? Потому что тут хан. Его мы вырубаем. И Змейка Вью. Ну, молодец, Майки, пробил. Ну что, первый бой в этом чертовом кругу, ребята, у нас с вами пройден. И сколько еще? 3, там, 4, 7. Да дофигища еще будет. Вот так вот мы с тобой по кругу пройдем. И еще плюс здесь 2 боя. Так что нам с головой здесь хватит повоевать. Ну, давай возьмем Криса Брэдфорда, фиг с ним. Он давненько у нас не выступал, тем более он в платиновом ранге. Пускай повоюет чутка, да? Поехали. Крысиный король, ты кто такой? Ну, слушай, вот Безумие мутантов, да, которым мы с тобой играем. Там Крысиный король выглядит совсем по-другому. Ну, я не знаю, ребята, может быть и раньше этот был персонаж по мультику. Но мультик 2012 года, Крысиный король именно стал... Как вот здесь вот, да? То есть это был профессор, который производил там какие-то там эксперименты по мутированию, да? И вон и же напарник, друг, тоже профессор, да? Сделал именно над своим же другом эксперимент. То есть вколол ему эту инъекцию, после которой он
грубо говоря, потерял зрение, превратился в такого, типа говоря, зомби, да, у которого очень было развито обоняние, и, соответственно, он мог управлять крысами. У него также было, по-моему, еще он мог видеть в темноте ночью. Почему, в принципе, он и чуть было не захватил Сплинтера к себе, как сказать, не под власть, а он, грубо говоря, захватил его разум. Но там, слава богу, все вроде бы как обошлось, но все равно, ребята, не стоит недооценивать этого крысиного короля. Единственное, что я вот не помню, они его превратили обратно или, по-моему, нет, да? Они что-то там искали вакцину. Слушай-ка, слушай-ка, я случайно не путаю ли историю крысиного короля с историей Роквелла? Там же, по-моему, Роквелл. Блин, ребят, я, наверное, ошибся чуть-чуть. Два профессора, это, по-моему, именно когда они проводили эксперименты над обезьянами, да? И друг Жбан вколол инъекцию как раз своему второму другу профессору, да? И тот начал превращаться в обезьяну. Да, наверное, было так. А как же у нас тогда появился крысиный король? Слушай, вот что значит старость не радость, ребята. Вот что с моей памятью стало, а? Пересматривать не буду, но ты можешь написать в комментариях, чтобы, дабы освежить мне память. Все поперепутал, да? Бывает, ребята, бывает. Главное, чтобы это вовремя прошло, а не осталось навсегда. Так, ну что, у нас с тобой Крис Брэдфорд, опять же, в команде. И, кстати, что-то я иду как-то слишком на расслабоне. Так нельзя делать, ребят, потому что Крис Брэдфорд может упасть, а я этого не хочу делать и позволять. Так. Упс, друзья мои, сейчас это может плохо кончиться для Брэдфорда. Так, отлично, проникающий. Шикарно. Так, добьешь? Молодец, красавчик. Это вот уже ушатываем. Второй так и не было, понял. Валяйся. Так, переходим с тобой на вторую волну. Ну, здесь, наверное, массовые атаки нужно будет применять. Хотя, вот, Ярсрафа я сделаю. Шикарненько. Так, защиту. Поставим свой доп. Хильнемся на всякий случай. И пошли, как говорится, выносить. Начну я, наверное, вот с этого вот бибопчика. В минус его. Консервная банка тут выделывается. Давай-ка сделаем, наверное, вертушку. Так, минус двоечка. И этих на добивку. Минус 40 стадии. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, успокойся, парень, успокойся. Ага. Есть контакт. Но, видишь, этот бой у нас был, как бы тебе сказать, очень тратным в плане вот суперударов. Я вертушку потратил, я потратил уклоняшку. Я потратил лечилки. Блин, я не знаю, что у нас тут дальше-то будет. Слушай, ну без Донателло, как вот быть мне без Дони, а? Твою ж налево, надо будет, друзья мои, откатить хил, взять его в команду и успеть залечить. Он нам нужен, понимаешь? Уклоняшку я тратить не буду. До последнего буду ее беречь. Сейчас с этими охламонами попробуем так справиться. Ну-ка, добил Рокзар, молодец, красавчик. Так, свои массовые атаки начинаем, да, здесь бомбить? Добиваем. Шикарно. На второй волне посмотрим, кто у нас тут поджидает. Хан, ну тут в первую очередь, конечно, нужно убирать Хана. Поехали. Да чтоб тебе, Майки, ну какой же ты слабый. Усаги, ну вторую, хотел сказать, атаку сделай. У него нету, ребят. Он бафает кого угодно, только не себя. Провокацию я тут брать не хочу. Ага, понизили защиту. Вот теперь нужно будет хилять. Если успеем. Так, заморозка. А у него еще ускорение стоит. Он себе кастану... Не только у него, и у Маузера. Так, подожди-ка, что это за дела такие пошли, а? Ну, хорош, меткость он мне еще понизил. Что это за дела-то? Слушай, у меня будет лечение сегодня или нет? Трындец. Мне нужно подлечить.
бойцов моих, эй. Трындец, ребят, я даже не могу пропустить ход. Просто не могу. И вот как вот такой вот командой я должен идти, извини меня, дальше в бой? Нет, что-то мы совсем с тобой расслабились. Или я слишком почувствовал, знаешь, неуязвимость какую-то. Нет, так нельзя делать, ребят. Так до добра это все не доведет нас. Твою ж налево. Или все-таки Донни. Донни я возьму, наверное, да? Или Бакстера надо взять. В общем, я надеюсь, никто не упадет. Донателло нужно залечить обязательно. Так, блин, зачем? Я уклонение посмотрел, надо было хиляться. Ладно, фиг с ним, будем надеяться. Да чтоб тебя, я хотел. Трындец, нам просто везет, ребята. Очень крупно повезло. Вот это я рискованный парень, а? Согласись. Донни выжил чудом, серьезно говорю. Так, минус. Ага, я думал минус двоечка. Пока хилять не буду, вроде бы нормально. Все по здоровью пока. Смотри, что делает, а? Знает, кого гаденыш бить? Конечно же, Донни начинает прессовать. Так, а здесь массовые атаки понадобятся нам. Зачем массовые атаки, если мы можем с тобой взять провокацию и залечить свои раны? Вот, все. Теперь делаем массовую атаку. Естественно, Усаги это делает. И я думаю, что постепенночку повесит он. Ай, как красиво. Просто замечательно, ребята. Бомбим по Джастину. Теперь надо Шреддера вырубить, потому что он может захилять. Давай вот так вот. Двойная атака. Окей, все. Ну тут замечательно все получилось. Эх, надо налить стаканчик кофе. Что-то, ребята, в мандраже меня какой-то пускает. Без кофеечку все как-то не то. Ну что, давай, наверное, вот это вот с тобой еще пройдем. Так, нам нужно с тобой захилять Бакстера Стухмана. Надо будет только дождаться отката по хилам и обязательно это сделать. Так, ну что у нас тут? 4 хода на откат, да? Усаги, ты опять ничего не делаешь, а? Ты опять не бафаешь. Нет, он бафает всех, кроме себя. Что за дела, ё-моё? Ну ты видишь, да, двойная атака у всех практически висит, а на нем нету. А на нем она как раз нужна в первую очередь. Потому что он может блокировать способности. Ну-ка. Начнем вот с этого хламона. Так. Окей. Пробьешь? Майки, ну какой там пробьешь? Давай-ка, наверное, попробуем с тобой сделать месть. Я думаю, она здесь нам зайдет. Вертушка. Ладно, была не была, делаем вертушку. Опа. Ну-ка. Не добил, а нет, добил. Извиняюсь. Молодец, Усаги, отлично. Добиваем. Так, и у нас остается Рокстеди. Вторую атаку делай, нормуль. Зашинковали его. Ну что, у нас с тобой есть, по-моему, откат на отхил. И надо, наверное, идти на оригиналов. Что скажешь? Надо, ребята, надо. У нас там, по-моему, еще и уклонение откатилось. Так что должны справиться. Тем более оригиналы уже не настолько здесь сильны против нас. Но расслабляться все равно пока не стоит. Слушай, а я массовую атаку-то потратил? У Леонардо же делал только что вертушку, да? Ай-яй-яй. Блин. У нас и на Усаге, оказывается, два хода отката висит. Слушай, да, ну давай, наверное, Леонардо попробуем прожарить. Тихо. Видишь, что начинает? Так, понятно, берет провокацию. Ну-ка. Есть контакт. Хорош Донни обижать уже. Ну-ка, сейчас. А, контрудар же у него, блин, Донни. Опасно. Опасно так выступать. Опять, да? Ладно. Ой, ладно, ничего себе, ладно. Ну, завали ты его, Усаги. Есть. Так, надо хиляться. Сейчас хильнемся, у нас, по крайней мере, будет с тобой возможность хил восстановить как раз уже к Крэнгу.
Угу, добьем. А, он же в инвизе. Он в инвизе. Так. Твою налево. Неужели вот так вот сказывается сильно броня? Ребят, вешает броню на себя и все. И невозможно его пробить. Отдуплись. Отлично, ребята. Вот так вот. Ну, долгий. Затянулся у нас с тобой бой. Обычно мы как-то быстренько с ними разбираемся, да, с этими оригиналами. Тут немножко затянулось. Ну, ничего страшного. Так, ну что, последние, ребята, у нас бои. Последние бои. Тут у нас крысиный король, нейтрализатор. Так, и пиццелица. Ну, пиццелица, сами понимаете, еще тот ватник. Мы быстренько сейчас зачекрыжим. Так, опять двойной атаки нету. Рафаэль, дай сдачи. Блин, так приятно смотреть, ребят, когда у тебя вот сотый уровень. Было бы еще приятнее, когда у тебя на всех бы был сотый уровень. На всех твоих персонажах вообще. Угу. Так, ну что, Маузер, да успокойся ты, елки-палки, кричит он тут. Так, даже броню не сбили, прикинь. Ну, добьешь, красавчик. И переходим на последнюю волну. Да тут можно, в принципе, и массовую атаку сделать. Я думаю, с Крэнгом и так справимся. Замечательно. Да куда ж ты... Блин, я же крысиного короля выделял. Ну что вы, серьезно, делаете-то? Так, броня. Я вижу, ребята, броня. Он у них всех броня. Так, и здесь. Опа, вторую атаку. Оп. А вот этого надо тоже, ребята, добивать. Просто я специально ждал, думал, что постепенно урон их уничтожит. А вот интересно, у него была бы, например, сейчас броня, да? Постепенный урон. Убил бы его сразу же? Или все-таки вначале снял броню с него? По-моему, убил бы его сразу. Так, ну что, друзья мои, заключительный бой с Крэнгом. Давненько мы с тобой не проходили, да? Смятение с другого измерения. И вот настал тот час, и вот настал тот миг, когда мы встретились опять с Крэнгом. А, нейтрализатора же еще нужно уничтожить. Да, я думаю, начнем, наверное, с уклонения. Причем сразу сработала пассивка на Майке. У него была двойная атака. Так, минус. Так, нейтрализатор, давай-ка мы с тобой закончим разговоры всякие. Ну, давай, Донни, добивай его. Пс, серьезно? Не смог даже добить. Так, ну-ка, шмяк. Ну, а вот и сам Крэнг. Воплоти. Давай, Крэнг, вылази. Будем сейчас тебя избивать, как всегда. Такой. Мне вот эта вот картина больше всего нравится, когда он там потирает свои лапки. Сколько смотрю, столько раз и умиляюсь этому. Ну что, понеслась, друзья мои, понеслась, конечно. Так. Ярость Серафа сразу активируем. И что он там? О-о-о-о, ракета начала. Это ты зря, парень, конечно, начал с ракет. Ну, Майки, да? Ага. Тогда у Саги. Все, ребят. Крэнг, ну, просто вообще сейчас вата-ватой стал, да? Ничего он против нас сделать не может. Абсолютно. Жалко, что здесь нету вот прохождения испытаний по уровням сложности. Там, легкий, сложный, нормальный и какой-нибудь там безумный. Я бы хотел бы его на супер-пупер безумие пройти. Ну, чтобы действительно почувствовать вот силу Крэнга. Так, ребята, ну что, ДНК из другого измерения мы с тобой зарабатываем и вскрываем. Леонардо, оригинал, 2 ДНК. Донателло, классика, 2 ДНК. Так, Леонардо, классика, 2 ДНК. И Рафаэль, оригинал, 2 ДНК. Окей. Собрать и сбросить. Ну что ж, давай открывать, смотреть, что у нас тут. Ксевер Монтес, Бибоп, Рокзар, Змейка Вьюн. Так, Рафаэль, оригинальный, это хорошо. Мондагека. Микеланджело фильм, он у нас прокачанный. Так, что, все? Скудненько. Так, Леонардо оригинал. Спасибо, вот. Рафаэль и Микеланджело. Жалко, что по одной ДНК всего дают. О, Донателло оригинал. Три даже, три ДНК, прикинь. Слушай, а чему я радуюсь, если он у нас прокачан? Так, Майки, 2 ДНК. Донателло классика, 2 ДНК.
И тут, ребята, Микеланджело 4 ДНК. Слушай, ну, неплохо. Ведь согласись, что неплохо. Так, здесь мы с тобой излишки обмениваем. Тут у нас есть. Окей. Тут 3, там 2. Вот так вот, ребят, по мелочи они и копятся. Так, вот тут пятерочка. Давай-ка мы ее обменяем. Ну, в принципе, пока остальное не критично. Ага. 95, ребят, нам всего лишь 5 ДНК на майке ролевого не хватает. И мы смогли бы его прокачать на фул 5 звезд золотых. Это было бы круто. Блин, Слэш еще тут, ребята, на подходике. Рокстеди тоже имеет 77 ДНК из 100. Так, вот это вот. Это вот мы с тобой обмениваем. Окей. Здесь тоже, кстати, очень много. Так. Ну и, в принципе, пока все, друзья мои. Пока все, вроде бы. Испытание. Не забудьте написать в комментариях, о чем я тебя попросил. Насчет испытания Армагона, да, и так далее. А на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.